Олег Бабаев был народным мэром, который понимал людей, который был сильный, уверенный, требовательный к себе и к людям, к своей команде, к тем, кто работал вместе с ним. Он всегда мог найти слова, чтобы поддержать, помочь, иногда покритиковать, абсолютно обоснованно, со знанием дела, потому что он был компетентен во многих процессах, которые проходили. Он был инноватором, человеком, который придумывал новые проекты. И вот мы видим их, как они начинались и как они сейчас в нашем городе реализуются. Какие-то из них уже завершены. Какие-то еще предстоит нам вместе с вами закончить. То, что Николай написал эту книгу и сделал попытку открыть неизвестные страницы, это действительно смелый шаг. Я думаю, что после сегодняшней презентации, после того, как книга разойдется по рукам, они напишут в средствах массовой информации, в газетах. Ну и Николаю будет немножко тяжелее, наверное, да, и многие, которые там упоминаются, люди почувствуют, что близко заслуженное наказание. Я очень благодарен тем людям, которые помогли Николаю сделать эту книгу, напечатать ее, издать, провести эту презентацию, потому что действительно это нужно показывать всем. Показывать, чтобы не было инсинуаций, чтобы не было того, о чем Николай сказал в начале, чтобы никто ничего не забывал, потому что забыть такое невозможно. Мы с вами должны не забывать то, что произошло, никогда не забывать. Сделать все для того, чтобы после этого слова были еще другие слова, которые полностью расставят все точки в этой незаконченной пока что еще книге.